краев чужих неопытный любитель, и своего всегдашний обвинитель я говорил. В отечестве моем где верный ум? Где гений мы найдем? Где гражданин с душою благородной, возвышенный и пламенно свободный? Где женщина не с хладной красотой, но с пламенной, пленительной, живой? Где разговор найду непринужденный, возвышенный, веселый, просвещенный? С кем можно быть не хладным, не пустым? Отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицыну увидел и примирен с отечеством моим. Браво! Что ж, уважаемые друзья, к нам присоединяется... Вы готовы или чуть позже все-таки? Наверное, чуть позже. Поскольку... Так, где? Кто? Вот!